Ну что ж, привет, ребят. Находимся мы на нашей ферме, да, на нашей. Сейчас я, ну, может быть, отправлюсь в пещеру, где нашли шахту. Посмотрим, что там произошло пока. Я, конечно, понимаю, что по грядкам, наверное, ходить нельзя, но это ускоряет процесс. Вот, ну и, конечно же, сейчас добежим до дома. Может быть, даже поспим пока. Не знаю, солнце сейчас зайдет скоро или нет. Что вот эти все достижения в основном, ну, не я сделал. Потому что, например, дом, да, я начал строить, да, пшено тоже начал я сажать, но продолжил это все и вот в таких масштабах сделал. Тут вообще надо автоматизировать это все. Также дом достроил не я. Единственное, что я знаю, что размножил коров и куриц, я размножил именно. Ну, немножечко загон начал строить. Вот эту хрень непонятно зачем построил с вагонеткой. Вот это вот. На что, тростник размножил, что еще? Я не помню, там деревья всякие добывал. А так в основном вот это. Друганы помогли портал сделать. Точнее. Ну, это мы вместе скорее делали. Это там ничего сложного. Вот дом достроить, это точно. Всякие. А, внутри, да, надо внутри еще глянуть, что там есть. Так. Ладно, вот это, наверное, досажать надо. Просто, не знаю, просто. Семян еще в доме полно, по-моему, да. То есть, все нормально. Единственное, что у нас нет, это свиней, но они не нужны. Чак для галочки, если только. Сейчас мы зарубим курятинку на секундочку. У нас, в принципе, еды до Хуанхэ, честно сказать. Даже вот здесь, по-моему, есть. Так, ну вот это надо выкинуть, наверное. Ну, тут так, сборная солянка, что сюда просто кидаем, что находим часто, наверное, не знаю. Вот тебе, пожалуйста, еще одна курица состоялась. Сейчас я покормлю как раз-таки до заката и выспимся. И пойдем, наверное, куда-нибудь. Так, сейчас мы их размножим чуть-чуть. Ага. Я, конечно, понимаю, что там из этого сена можно делать. Кстати, сток надо сделать. Потом еще что. Хлеб, я знаю, мы делали. Блин, не выйдет. Не выйдет теперь отсюда. Потом что мы еще делали? Я не помню. Сейчас помню. А, торт. Торт мы делали, но тортов у нас дофига, и сена тоже дофига, так что все. Все чики-пуки. Сейчас надо куриц тоже размножать. Мы еще у нас целый сундук, не помню, большой или маленький, по-моему, маленький, целый даже два сундука яиц. Я не знаю, много ли это. И вы спросите, зачем тебе столько яиц? Я вам скажу. Мне тоже друг предложил создать загон и разбить там все яйца. Я, конечно, понимаю, что из яиц тортики, там всякие, может, пирожки, но пироги, точнее, но у нас все это есть. На что еще? Коня запряг там, сахарный тростник. Вот тебе, пожалуйста, надо покушать. Картошку, наверное, все съем сейчас. Блин, тут гул стоит, наверное. От этих коров всяких там. И кур. Вот тут потише. Все, погнали потихоньку. Как раз-таки обозрею домик. Так, по старому пути не пойдем, пойдем по новому. Он, в принципе, ничем не отличается. Он, ничего особенного в этом пути, в этой дороге новой. Правильное решение было бы здесь все сравнять с землей. Вот с тем уровнем земли и построить тропинку прям к дому, железную дорогу. Да? Ну, круто было бы. Так, источник лавы, источник воды там. Ну, не источник, это так, фигня какая-то. Ну, может, источник, я не знаю. Или, наверное, источник. Просто вот отправляемся вот так вот. Ну, вы скажете, зачем эта вагонетка? От нее толку нет. Все равно вот ты долго забираешься, да, там, на путь на этот. Ну, да, конечно, все равно долго ехать, долго подниматься, но все равно хотя бы не скакать по этим бурелом. Портал мы сломали. Ну, сломали, в принципе, да. Как видите. Что-то оградки, я даже ее, кстати, не видел. Ну ладно, вот, собственно, дом. Там погреб, там, наверное, знаете, что там, наверное, сейчас надо грибочек. О, мухоморы. Странно. Появились, наверное. Это мы, наверное. А у меня места-то нету. Так, а что выкинуть-то?
Ну, надо что-то слить, конечно, но это понятно. Так, сейчас мы сделаем, как раз-таки до ночи управимся. Что я хотел? А, я не помню. Так, а что этот сундук пустой? Странно, тут яйца были. Значит, один сундук яиц. Вот, собственно, тут сундуки все. Тут, по-моему, яйца. Нет, вот тут, значит, тоже нет. Значит, тут. Да, вот, один большой сундук, точно. Не два маленьких, а один большой. И все сюда яйца сгребаем. А теперь что? Теперь что? Теперь что? Теперь вниз. Или не вниз, подожди. Еда. Ну, еду я с собой возьму. Блин, вот эта курятина. 20 штук нафиг мне надо. Поэтому снова наверх. Блин, я думал, крипер пришел. Наверх вот сюда. Кладем курицу. И, по-моему, все. Давайте сразу проверим. Говядина. Так, ну это я не буду. Блин, доспехи эти можно, конечно, оставить, но... Все это превращается, вот это вот оставлено потом, там то все, это все превращается в хлам. Все ли я тут скинул? Семена. Ну, я думаю, семена нам не нужны. Блин, опять все наверху. Опять все наверху. Слитков надо с собой на всякий делать. Случай, на всякий случай побольше. Забор. Ну, не знаю, бывает, конечно, иногда нужным делом. Забор этот. Так, ладно, давай, ты идешь сюда. И, наверное, все, ладно. Так, с этим я сам сейчас разберусь. Просто выкину все и пойду спать. Так, это все оставляем тут. Что еще? Семена, наверное, ставим. Ну да ладно, самое главное спать. Так, дальше. Тут сундук. Ой, тут этаж тоже есть. С двумя балконами. С выходом наверх также. Небольшой балкон. И что еще? Тут мы у нас, ну, не лес повал, ну, добыча дерева, можно сказать. Дальше наверху. Че, вот это все они делали. Весь дом. Вот это, ну, как-то мы вместе, ну, ту часть точно не я делал. Так, там лава горит. Ладно, все. Спускаемся. Можно спуститься вот тут также. Это второй балкон. Это уже я делал. Блин, меня шарахнет. Ладно. Здесь ничего нет. Хотел сюда торт поставить, а он выше куда-то ставится. Неправильно. Багается что-то там. Так, ну все, второй балкон. Отлично. И теперь можно вздремнуть, молясь, мне кажется. Ну что же, мы поспали. Так, что можно, я вот так подумал, думаю все время, что можно оставить? Потому что вдруг я найду что-нибудь ценное. Подписчики звонят. Так, ну что, да-да-да, гнилая плоть, я так подумал, нахрен она, да? Но с другой стороны, если голод, по-моему, ее можно сожрать, я ее всю съем, всю прям. Мне кажется, должно хватить минут на 5. И, собственно, порох еще ставим. Все, остальные вот эти блоки земли, кстати, они в шахтах нужны, мне кажется. Почему? Да потому, блин, натуре. Ой, чуть не упал. Вот, потому что... Бывают такие моменты, когда нужно... Что-то волос сел. Так, лестница есть. Лестница и блоки, они нужны в шахтах. Потому что, я уже говорил, бывают такие моменты, когда ты куда-то провалился, упал. Либо вход надо заделать от зомбиков. Или от кого-либо еще. У меня там чуть не укокошил. Эндер, по-моему. Гнилая плоть. Слушайте, ну-ка давайте-ка я сожру кучу. Прям просто посмотрю, что будет. Я знаю. А, нельзя пока. А, слушайте, да, нельзя там ее есть. Ее надо постоянно кушать. Как только чуть проголодаешься. Ну, не знаю, нахрен она тогда нужна. Выкинуть, что ли, ее. Ну, не хотя бы на склад к нам. Потому что вот так вот мусор и образуется. Да, мусор так и образуется. Вот наш шахта. Когда ты потихоньку все вот так складываешь, а и потом, это потом забор саженец, и потом там кучу мусора и кучу сундуков вообще, если нужен барахлом, может быть, если как следует порыться, там сундуков 3 можно выкинуть, наверное. Но не знаю, вот тут я таблички я специально себе наделал, также давайте все самое ценное, во-первых, сюда поставим, часы, ну, пока часы не нужны, поэтому таблички, кирку, зажигалка, огниво, я не знаю, можно ли кого-нибудь поджечь, эта штука не нужна. И... А, и лестница. По-моему, это сам... А, нет, еще... Еще, знаете, что? Вот, вот так вот, наверное, сделать факел. Так, все, идем вниз. Посмотрим, что там нас ждет. Подожди. Сейчас мы посмотрим. Сойдет.
Так. Здесь текла вода. Ничего она в себе не несла, как видите. Вот, это шахта мы нашли. Точнее, я нашел шахту. И, по-моему, мы ее так до конца и не изучили. То есть ее настолько много. Спросите, почему я не собираю уголь? Ну, потому что его очень много. Так, а сколько у нас там стрел? 36. По-моему, еще должны быть где-то. Кто-то меня только что стрелял. Мне показалось. Но скелеты я точно слышал. Наверное. Так, уголь, уголь, уголь. У нас, по-моему, даже там почти полный большой сундук. Не знаю, правда, где сейчас этот сундук. Вот этого угля. То есть там кучу стеков. Просто нереально, как мне кажется. Ну, он чисто для факелов, как мне кажется. Потому что... Ну, для чего еще? Ах ты, ёп, что это было в натуре? Мимо, что ли? Ну-ка, давай еще раз. Чпоньк! Е-е-е, в натуре. Так, а, уголь. Ну, для жарки можно. Но для жарки можно также и дерево использовать же, правильно? Конечно, правильно. Кто тут? Крипер? Куда он делся? Так, туда я не пойду. Вот вниз, смотрите, вниз у нас... Вниз я, походу, не ходил. Но тут был еще где-то эндер. Это точно я помню. Этот говнюк, который меня чуть не слил. Мне аж от страха пришлось сундук тут фигачить. Где-то он тут, мне кажется, до сих пор есть. Так, я предлагаю оставить такую таблицу здесь. Написать... Нет, подожди. Сейчас мы его схреначим. Секунду. Давай так, на время. Отлично, теперь обратно. Так, как бы это описать? Ну, наверное, вот так вот ее поставлю. Чё такое? Опять кто-то рычит. Блин, началось. Не дают спокойно табличку. Блин, и крипер еще этот долбанный. Давай, взорвись. Красавчик. Сдох. Все, быстро, давай, пиши. Пиши, давай. Пиши, говорю. Чё, нельзя, что ли, писать? Пиши. Чё, не пишет? А. Прямо. Так, как... Знаю, сейчас сделаем кое-что интересное. Давай, давай, думай, думай, думай. Во. Туда и... Нет. Короче, туда. Все. Бред какой-то. Ладно, сойдет. Валим отсюда, самое главное, от крипера, от этого. Давай, иди сюда. Давай, покажи мне, на что ты способен. Отлично. Меч классная штука. Все, а тут, соответственно, все это потом надо осветить. Пауки тут ядовитые, во, еще что. Жопошные вообще, не знаю, как от них. Я понимаю, нужно зелье, видимо, какое-то. Потому что от них хрен избавишься. Какой-то хренью прыскают, и здоровье уходит само по себе. Ну, хотя бы не как от колдуни, от этой, от ведьмы. Потому что от нее вообще, по-моему, там на максимум все уходит. Паука чуть меньше. Так, ну что, спрыгиваю. Я бы не хотел спрыгивать, я бы лесенку себе сделал такую вот. Да, отлично. Ништячок. И если что, можно как раз-таки отличить, что я здесь был, так как бы лыжник. Он имеет характерный пиксель, в отличие от пещерного вот этого вот камня. Железяку сейчас поищем, ну, точнее, можем. О, да, детка. Изумруды. По-моему, это изумруды. Понятно. Ловушка, я могу упасть туда. Слушайте, кто-то где-то пердит, я слышу. Это вообще дико, дико напрягает. Знаете почему? Потому что... Блин, и там еще пещера, или это? Подожди-ка, что тут есть что-нибудь? Ну да, тут, в принципе, железо есть. Самое главное, чтобы ничего сейчас не потекло. А то я понял ловушку этого Майнкрафта. Тут и на гравий, кстати, нам кремень нужен. Сейчас посмотрим, может выпадет. Но это специально по кремень надо идти. Потому что я вот просто так вот... да, есть кремень. Он нужен и для стрел, и для зажигалки, для огнива. Это мы знаем. Так вот, иногда такие ловушки устраивает Майнкрафт. Когда ты роешь золото или там что-нибудь еще, просто неважно что. Но стоишь на нем и, в общем, проваливаешься прям в лаву. Это вообще очень приятно. Да. И поэтому я уже
как говорится, опыт есть, не встаю, стараюсь не вставать на... Бывают, конечно, ошибки, но все равно стараюсь не вставать на вот эту поверхность, с которой буду рубать, короче, в натуре. Так, давай, короче, дорубывай быстрее, посмотрим, что там дальше. Мы по шахтам лазили с ним, но, по-моему, до сих пор так и полностью не облазили, полностью все. Почему-то мне так кажется конкретно. Ну, не знаю. Так, а тут бы тоже мостик сделать какой-нибудь. Фу, ну вот я немножечко уже и запутался. Нет, я не запутался, я знаю, что здесь есть... Что здесь есть выход, и, наверное, надо, можно даже табличку поставить. Может быть, так и... Вот так, не сюда. Вот так. Даже без лишних слов. Факелок. А, ну, пещеры, как бы, обычно в них заблудиться можно, но выбраться... Чёрт, блин. Выбраться тоже можно. Засранец. Ладно. А, потому что они все... Ух ты, гад. Ах ты, гад, пришел все-таки. Да как с ним? Лук, что ли? Чё, косорылый, давай, иди сюда. Ну? Все? По-моему, сдох. Так вот, пещера имеет все-таки повторный круг. Из-за тебя железо просрал где-то. Или я его подобрал? Не знаю. Началось, блин. Чё опять не так? Где-то внизу там жопа. Да, смотрите, вот откуда они прут. А, все время меня доставали эти зомби. Они все время оттуда шли. А я-то думал, откуда? Они вон откуда. Так, ну давай спускаться к ним. Хотя мы там были, смотрите-ка, там лава. Не, мы тут не были. А может и были. Не, ну надо в любом случае осветить это место. Так, давайте я предлагаю как-нибудь мяу-мяу-мяу спуститься. Кирку неохота ломать лишний раз. Ну ладно. Блин, а тут хрен спустишься. Тут, короче, надо... Надо так вот. Землей. Давай, иди сюда. Я, конечно, понимаю, его можно с лука загасить, но... А, да, он же не взорвется, чё я парюсь-то? Давай. Нет. Блин, засранец. Как... Вау, хитрожопый какой! Фу, нормально. Уголь упал, стрелы не дал, гад. Так, зомби нам пофиг на них. Сейчас мы будем копать до изумруда. Чё ты сделал? Как это вообще получилось? Из-за того, что тут факел, может быть? Факел... Так, тут надо осторожно. А, зомби с мечом, ну зашибись. И криперок. Так, самое главное, чтобы сейчас меч не сломался, самый ненужный, неподходящий момент. Но он вроде не должен сюда забраться. Ну, на всякий случай, вообще надо быть осторожным внутри. Вау. Чё тут? Что-нибудь есть трешовое? Да, есть красный камень, у которого у нас тоже дохрена этого камня, по-моему. И мы им особо не пользуемся. Не знаю почему, может быть, конечно, в нем есть что-то ценное, дичайше ценное, но у меня он не особо уже интерес не вызывает. Первый раз, когда, конечно, я его увидел, мне показалось, что это такое классное. И даже после того, как я узнал, что с ним делать, я не особо, кстати, узнал. Вот тебе, пожалуйста! А, не, подобрал все-таки. Или не подобрал, не знаю, в общем. В любом случае, надо заделать эту штуку. Ну, это хитрожопые какие. Засранцы. И вот это железо... А, посмотрим, железо это. А железо тут осталось. Ну, зашибись. Так. Ну. Так, что-то... О, золото. Слушай, нормальная тема я нашел тут. О, что-то он такой слабенький. Блин, ненавижу лаву после многих случаев, которые со мной произошли. Блях! Ты муха, что там такое? Фу, напугал, гад. Хочу картошечки съесть. Красавчик. Что произошло? Ее вообще по плану надо вот так вот заделывать чисто. Но этим долго надо заниматься. Просто на всякий пожарный случай надо хотя бы вот так вот как-нибудь. Блин, все, нету кубиков, есть только деревянные, ну, ими тоже можно заделывать. Ну да ладно. Вообще опасная тема, потому что вот так вот крипер подойдет, или лучник тот же самый просто подойдет, жахнет, и ты отлетишь прямо в пекло. Походу эндер, да? Или мне показалось? Точно.
засранец. Знаете, что я предлагаю? Во-первых, осветить тут немножечко. Блин, паук. Но это не ядовитый, это обычный. А там синенькие, маленькие, но они ядовитые. Короче, делаем вот что. Делаем для начала верстак. На всякий случай вот сюда его ставим. Точнее, делаем на всякий случай. Оставим его вот сюда. Так, ты, подожди, ты вот так вот сделайся. Далее сундучок рядом. И скидываем туда пока что железо и изумруд. Больше, в принципе, нам... Ну, кремень, вот эту хрень еще. Кости можно. Ну, ладно, костную муку замутить. Так, и давай... Давай. Блин, эта тварь там, походу. Давайте тогда закроем, что ли, его гравием. А, нет, он где-то там. Да где он, блин? О, нет, пожалуйста, не говорите мне, это алмазы. Да не один еще, елки-палки. Да и не два еще. Да и не три! Пожалуйста, не падай туда, слышь? Кусок говна. Нет, ты не кусок говна, ты классный. Все, да? Алмазы, четыре алмаза. Где-то там золото еще наверху. Слушайте, вы посмотрите. Ой, блях, ты мух напугал. Чпонька. Хоп. Ой, мимо. Гад. Чпонька. Да блин, как он меня попал? Фун. Блин, Эндер. Единственный, кто меня больше всего напрягает. Я не знаю, он мне... Он, в принципе, меня не... А, он, наверное, наверху. Точно. Твою-то дивизию надо быстрее ломать. Просто он мне никогда, в принципе, не напрягал. Но тут вдруг что-то я подумал, слушайте, а вдруг он меня убьет и как-то, ну как-то напрягает он своим шумом этим. Я, конечно, понимаю, там я слышал, ему глаза не надо смотреть, да, там глаза Эндера, блин. Так, слушай, ты не должен падать. Пожалуйста, идиотина. Да, вот видите, не упал. Так. Да, я знаю, что происходит. Так. Так, ладно, неважно. Я надеюсь, она не упадет. Да. Еще я видел наверху где-то золото. Так, стоп, подожди, как. Ты что, я что, дурак, что ли? Надо все сохранить в натуре. Всю эту прекрасную вещь. Как видите, я вообще шикарно попал. Я же говорю, пещера. Это еще в пещере, а там, по-моему, в шахте еще что-нибудь интересное. Блин, ну красная хрень, ну может быть и нужна. Но у нас там дофига стеков. То есть не то чтобы, но стеков... Стейки даже есть, представьте себе. Ну даже если он меня убьет, или кто-либо меня убьет, обидно лишь только за броню, может быть... Что еще? Но это не значит, что я хочу подыхать. Все, она затухла наконец. Так, кирка еще даже до сих пор цела. Слушайте, я где-то вот тут видел... Блин, откуда еще пруд зомби? А, вон они наверху. А где же я видел золото-то? Слушайте, где-то я вот тут подошел. Где-то увидел. По-моему, где-то вот там вот, нет? Да, блин, как же так-то? Хоть на записи смотри. Реально. Че, он спустился? Нет. Вот оно прям. Ну, может, это и не то, конечно, но не знаю. Ну, тут стрёмно, ну, блин. Она еще упадет нафиг. Давайте используем блок земли тогда, чтобы подстраховать золотишко-то. Золотишко надо страховать, без него вообще никак. Без страховки. А, даже не одно. О, круто. 4-5, по-моему, даже. Тут не упаду. Всего 5, наверное, где-то слитков получится, по-моему, если не ошибаюсь. Так, там что, надеюсь, не гравий, да. Железо, мне уже прям вот... Обычно мы железо искали. Ну, чем больше железа, тем лучше. А тут как-то... Вон еще золото. Ёпарс, это нормально так. Зашел я на пикничок сюда. Так, надо... Я все предпочитаю сливать сразу, да. А, выход тут недалеко, насколько я знаю. Слушайте, правда. Вот он выход-то. Значит, я реально здесь не был. Так, что я еще нашел? Порох можно слить... Ну, на него пофиг, в принципе. Он ему... Порох вообще, мне кажется... У нас порох из всего, если взять из золота, даже из алмазов. У нас, по-моему, пороха в любом случае меньше. Не знаю, что это такое ценное вещество, что не могли его придумать... Ну, добычу из какого-нибудь вещества. Ну, не вещества, а откуда-нибудь из другого места. Ну, почему обязательно из крипера? Ну, или я чего-то не понимаю.
Ах ты мразь, вот тебе... А, ну ладно, у меня тут запасной меч. Красавчик. Я красавчик. Так, тут надо срочно... Тут, в принципе, светло, но... О, а, ну это лазурит, по-моему, да? Я не знаю тоже, что с ним делать. Ну, пущай будет. У нас тоже там... Ну, вы, наверное, видели, сколько-то есть. Нормальное число в натуре. А лаву я предпочитаю всегда закрывать. Ну и, соответственно, факел сюда ставить, потому что сейчас потемнеет тут все. Но пока добудем золото. А, там еще наверх пещеры. Мы там были, походу. А, вот тут лава капает, мне кажется. Так, ты идешь сюда. Ко мне, детка. Моя золотичка. Самый сочный. Спелое золото. И где-то еще я вроде видел кусочек золота. Ну, не знаю, может, показалось. Так, что тут у нас? Ты скрываешь, скажи мне. Ты скрываешь лишь кусочки железа. Ну, все равно железо... Если будет железо у нас приравниваться к какому-нибудь углю или еще лучше булыжнику, ну, по ценности, то это будет очень круто. Это будет значить только одно. То, что у нас его слишком очень много. На железо много не бывает, по-моему. Так, туда я надо как-то, наверное, пробраться. Там по-любому что-то есть ценное. Да, детка, я вижу изумруд. Но нам можно просто-напросто обойти его вот таким вот образом. Будем ли мы сливать все, что у нас там есть. Три золота. Ну, не знаю. Если просру, конечно, не сильно будет обидно. Но золото на вес золота. Потому что оно редко у нас виднеется. Слушайте, тут нормально я попал в эту пещеру. Классно я нашел. И так недалеко достаточно от дома. Сейчас у нас что там по времени? Наверное, ночь. Я так и не очень... так и не смог что-то нормально ориентироваться по этим часам. Не знаю, зачем я их сделал. Ну, просто так. На эти часы по секрету скажу. Я просрал 4 слитка золота. Только никому. Так, этот кремень начался. Опять обоссан этот. Его вообще можно вот рукой ломать, чтобы кирку не портить. Блин, да сколько тебя там будет? Ой, наконец-то. Так, давай. Самое главное, лава, чтобы не полилась. Так, отлично, вроде ничего не льется. Вот он, это изумруд, да? Один всего. Так, от тебя надо как-то заделать. Может быть, блин, он не хочет, гад. Смотрите-ка, слушайте, а может... А, челюсть поль... Булыжник, во. Так, и... Ну давай, детка. Есть, по-моему... А, нет! Да-да-да, все. Фу, напугал. Так. Из пещеры как-то, действительно, как говорится, не очень страшно... Там потеряться, потому что в любом случае, мне кажется, можно. Ну, и Буган тоже говорит, можно рыть наверх. Но все равно это как-то не то. Немножечко неприятно рыть наверх. Поэтому я и беру с собой всегда лестницу. Слушайте, а я подрыл под шахту вот какую-то. Ладно, в любом случае, надо. Надо, подожди, надо что сделать? Надо собрать. Под шахту я подрыл, под нашу, которую мы там отрывали, искали. Шахточки. Давай, ройся, кремешок. Кремень. Так, давай. Рыщи, рыщи. Сколько тебя там, а? Нормально. Все, теперь можно, наверное, выходить. А, хотя... А, можно добыть, конечно же, поискать что-нибудь в шахте, но в следующий, наверное, раз. А сейчас надо срочно слить все это добро, потому что я предпочитаю лишний раз перестраховаться. Так, тут потемнело. Это потому что лаву я зафигачил. Смотрите, вот там еще что-то я не был, наверное, да? Так, тут темно как-то. Слушайте, а может и был. Вот поэтому как бы и не надо факелы рушить, потому что они, если они светят... О, да не, конечно, не был. А, это знак того, что я здесь был. Если факелы остались... Да, бери. Что-то где-то золото или... Ой, лава, что ли? Справа. Слушайте, тут я реально не был. А тут что-нибудь есть? Вот так вот, если с первого взгляда посмотреть. Ценного. А, тут даже спуститься можно. Я думал, обрыв. Мышь загорелась летучая. Ну, так вот с первого взгляда я не вижу никакого золота, ничего такого. Но кто знает. Можно, в принципе, можно сходить. Мне кажется, даже нужно. Шахта здоровая. Конечно, исследовать стоит. Но это я так. Слышу, гости идут к нам. По-моему, да? Где-то я слышал только что кто-то. Кто-то
кто-то просился к нам в гости только что. Наверное, вот тут кто-нибудь. Нет, где-то как будто бы сзади. А тут мне кажется звук, как будто бы справа где-то есть лава. Слушайте, охренеть, тут какие-то ходы гребаные. Эндера я слышу. Железо вижу. Эндерес слышу. Железо вижу. Все, последний раз, это точно. И надо сваливать. Надеюсь, нам удастся добежать живыми. А, надо похавать. Ёб твою дивизию, это что? Фу, это я, наверное. О, у меня что-то сердце аж... Выпрыгнуло почти. Почти выпрыгнуло. Еле удержал. Да блин, ну сколько тебя тут железа этого? Не, я рад, конечно, но его слишком много. Не, не слишком, нормально, нормально. Крутяк. Еще наверху, там я вижу. Так, ладно, но мне в любом случае надо все. Блин, я заблудился. Так, ну вот я нашел табличку прямо. Да, я вышел из этого места, но... По-моему, я... Сундуки-то... Бляхта, муха. Слушайте, а где сундуки? А, во-во, тут сундуки. Вот этот спуск. Да, вот табличка туда. Самое главное, чтобы крипер их не взорвал. Вот они. Нашлись такие родненькие. Так, никого тут нет. Ну, кто-то да есть. Так, все идет ко мне. Так, и теперь самое главное в лаву не упасть. А будет очень обидно, и я, наверное, я не знаю, что я с собой сделаю. Не с собой, а с игрой я вообще совсем. Так, теперь вот сюда. Вот он, да, подход. Значит, а, не, подожди, а где стрелочка? Вот она, стрелочка. И давайте поставим табличку. Что, мол, тут шахта есть. Так, сделаем так. Шахта. О, шахта. Крутяк. Угу. Вот слышите, паровозит что-то. Может быть, это знак какой-то. Знак того, что здесь есть шахточки. Блин, опять... А, во-во-во, таблички. Прямо. Ну, значит, прямо. Это я помню уже. Отлично. Круто. Ну все, на поверхность выбираемся. Итак, вау-вау-вау, что-то я его не заметил, как он козел. Смотри, что сделал. И сейчас подбегает ко мне зомби резко и долбит. Охренеть, там еще и лава была. Фига, мне повезло хотя бы. Сберу факел, ладно. Фу, эту тему надо закрыть, нафиг. Нафиг. Стремно с ней связываться. Сейчас посмотрим. По часам большая часть голубого. А что это значит? Может быть, это закат. Вполне вероятно. Сейчас мы это и проверим. Да что ты будешь делать? Да, я был прав. Ну, точнее, я не помню, что я там говорил. Но могу сказать, что... кстати, пополнил инвентарь, так заполнил нормально. Когда голубое вот это заканчивается, получает черное. Черное наступает ночь. Голубое это... Я так понял, день. Так, срочно все на переплавку. На tree. Куда нам? Что первый переплавит? Наверное, золото. Золото переплавим. Сюда поставим железячку. Так, тут по максимуму. И, значит, сюда железо. Больше... А, ну вот в этот сундук складываем. Три изумруда, четыре алмаза. Ну, по-моему, круто. И вот... Так, а лазурит, не понял. А, вот лазурит сюда. Вот сколько лазурита у нас и красной пыли. Ну, немного, но мы и не пользуемся. Вот в чем фишка. Вот фишка в этом. Да. Все, отлично, надо спать. Всем пока, короче.